Привет, Андрей. Ну да, времени нет. Сегодня выходной хотя бы. Там чел со статой 03. Я подумал, что это парень, который строит в Лайне, и решил пойти тоже в Лайн. Найс. Будем страдать тогда.
Ренова. Пойдет. Нормально. Да народу мало на боте. Всякие непонятные просто заходят и... Делать нечего. Приходится... Идти в лайн хотя бы. Чтоб интереснее было. Я думаю, раз он ликнул два, можно попробовать добросить на 3. 100% или там. И это тычковое, да, что-то. Непонятно, херми-то дам. Так, я вот в лайне не помню ни хера. Но он, типа, не знаю, кидал. Наверное, ломбануть можно. На пятерке туго будет. Там, по идее, на 5 нам надо... Двух фант грейдануть. И сидеть 6-1. Ну или, допустим, одну грейдануть и еще одну неапнутую дать. Это, наверное, получше будет. По хпшке. Это если мы сейчас дефнем. Ну, встали неплохо. Конь танчит. Да, нормально. Давайте мы его на 5 покидаем, просто мелочи. Потому что все-таки, да, там без сплэша определенно. Может, получится что-нибудь с него похавать. Ну да, как раз так и выходит. То есть вообще можно в целом даже 4 фанта поставить. Но мне так не особо нравится. Лучше одну апнутую. Ну, вообще-то я на Ози играю. Баня на 8.
Все бы в Лайне бани копить. Ну, у нас волна такое. Можно, конечно, копить. Неохота. Все равно разминочная пока. Я не играл сколько, блядь. 3 недели где-то не играл вообще, блядь. Не прикасался к Легиону. Только видосы записывал. Так, ну... Нет, он пока там что-то забирает. В общем, я ломблюсь. У нас семерка будет все равно плохая. Что с этим делать? Можно вот, например, ломбануться сейчас. 6-3 бахнуть какие-то или 7-3. И просто кинга вкачать. Например. У этого чубрика тоже волна. А можно 6-2, например, остаться. И попробовать кинуть, например, 7 тогда. Но лайн, конечно, это отвратительная херня. Я не уверен в том, что я дефну. Ну там если ста... А, блядь, кони-то у нас по 200. Ну давайте фантома апнем. Там посмотрим. На что хватит, то воткну. На 7 кину. Урсамин ты просто. После волны там хермит скопится. Наверное. Ну да, там какая-то ультрамедленная шляпа. Опа. Походу что-то появилось. Эх, а я думал шейкера поставить. Ну, нам танковка нужна в любом случае. Ап коня или... Ну, вообще лучше второго. Тут как ни крути. Чё тут ещё можно ляпнуть? Я бы, наверное, веспа заказал. И... Вот а-ля какой-нибудь отводик сделать. Хотя бы. Так, он 5 не слал. Да, сейчас нам придет тоже, скорее всего. Не, ну тогда все неплохо. В принципе, я бы делал сейчас 7-3 на пох. Думаю, что-то он все равно сейчас пропустит. На еще фанту мне хватит, и будем апать просто кинга. Десятку мы тут никак не дефнем. Да я и не собираюсь, в принципе, ее дефать. Вообще можно даже и 7-4 ёбнуть, это даже выгоднее будет. Он даже кинга апает. Найс. Ну, волна. Еще. Дай-ка я ему подкину. А, ферма. Ну да.
на коня не хватит. Если бы не ставил, то хватило бы. Что ставить? Очевидно, фантомы. Больше нечего. А, и реку еще вкачаю. Походу там совсем слабенький. Или может он решил на в десятку бросать, потому что я в лайне. Не знаю. Ну дальше я апаться буду. Ламберша вкачаю. 5 и все. Да, баня на 8 бы зашла, но там волна. Походу мы имеем дело с передефером. А, у вас клиент. Да, мне как-то привычней на эсикапе. Ну, минус хил. Там у него, по идее, волна сейчас откадешится, и он выживает. Ну, с баней, может, и не выжил бы, да. Хуй знает. Пох. Вообще, мы можем даже попробовать тут... Хотя, не, нах, козу эту. Можно коней апнуть, например. Ну, я буду достраиваться, 7-5 посижу. Вообще, конечно, лучше-то коза смотрится. Одна хотя бы. Но, ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Или Дорн. Спасибо за поддержку. Ты, по-моему, первый, кто решил проверить 7.15. Минималочку ему дам. Еще можно арчерку какую-нибудь. Просто есть у меня подозрение, что там вивы какие-то. Хотя если там у него был вау 80-90, там может быть все что угодно. Меня вот именно вторая волна как-то смутила. Что он в миде пустил 12 штук от урсы с лучкой. Хаза. Сейчас выбор интересный. Можно ну, блять, я, короче, два коня, а просто апну и все. То есть это в будущем лучше будет. Лучницу доставлять такое. Нах, не хочу. Перевод денег. Вообще, я думаю, я двушку пропускаю стопроцентную. Так, давай.
короче, вот этого. Ну, нормально. Залитые. Король будет. Может, у нас соперник погибнет? Не, дефайт. Ладно. Пока покачаем кинга. Ну, а потом просто посмотрим пик и выберем волну и добьем его. У них одинаково хп? Прикольно. Я даже, наверное, хил отдам, если что, мне вообще пох. Впадлу апать. Сильно имеется в виду, впадлу. Я чё тут? Чё три апа? Не помогло бы. Так что, ну, это нормально. Ну, блядь, мы еще и лучше него вышли. Смотрите, что у него. Что с инкомом? Я все-таки думаю, что да, он передефер. Или, судя по нику, может быть, это вообще девушка играет. Типичная стратегия из паба, то есть сидим, строимся там с двумя-тремя виспами до девятой волны, где-то так. А перед боссами начинаем заказывать себе ламбер. А-ля 7-3, дефаем десятку, у него еще минус арморщиков, две штуки стоит. Пак зачем-то. Ну ладно. Семь шесть у него. Король слабый. Слать будем 12-й. Хотя сейчас. Сейчас я порешаю. Вообще лучше, наверное, 13. Нас просто ничего не проломит. На 12-ю мы нормально дефнем. Тут при этом очень специфическая постройка, как отвода, так и вот основная. Тут аж 5-й ряд. То есть, видимо, стремление типа к полукроссу, так называемому, чтобы быстрее выходили вот сюда. Ну, в принципе, мы его пробьем на 12. Но прикол в том, что он может дефнуть с волной, там, всякая херня. Давайте попробуем. Два варлока дам. И мелочь буду кидать. Кадоечка еще, да, тоже надо. Пустит 100%. Если не на ГГ, можно еще на 13 докинуть. И там более вероятно Габелл придет. Ну, если он тут найдет что-то, что ему поможет здесь. То есть только... Ну, имеется в виду против 13-й. Ему надо либо пирс, либо фанты. Так, со своей стороны будем ставить... Наверное, фант. Так, конь у нас апнутый не станет. Воздух. Да, давайте просто фант пока наштопаем. Так сойдет. Значит,
И, скорее всего, выживет. 13-е не самое приятное у нас, кстати, из-за малого количества танковки. Пока там цифра очень хорошая. Там, может быть, он не стакает, потому что прям очень долго не убывало. 25. Ну, сейчас будет видно, что там у него. 2 роки живые, да. Что-то стакает, да. 8-1. Ну, тут, короче, он, да, он выживает. Так, ну что здесь выбрать? Вопрос давно уже подержать хотел. А сумма как раз располагает ни много ни мало. Да, спасибо. Ну да, никто, кстати, не обузил именно 7.15. Досыл на 13. Давайте попробуем. Просто он влил весь лес. Засыла не должно быть. А дальше нас что ломает? Ломает 16-е, но я бы не сказал, что сильно. При желании я могу еще фан наштопать. Коней так-то в падлу делать. Я бы шейкер вот бахнул. Давайте вот вампиризм поставим. Вообще, я думаю, что в лайне мне нужно больше фант. ГГ, наверное, 25. Ой, реген пошел сразу. Хотя нет, 3. 3 вроде. А он типа дефнуть хочет? Или что? Или леса нет? Волну даже не пускает. Странно. Где там? Ну вот у него 470 леса еще. Почему-то не апал. Ну, в принципе, да, я согласен. Здесь нужно было это предварительно обдумать и апнуть сразу реген после... Не после даже, а во время 12-й волны. Чтобы на 13-й успел кинг восстановиться. А так уже все тайминги прошли. Кинг полумертвый, можно сказать, и все. Легонький досыл и ГГшка, потому что пик там не очень. Ну, попробуем сейчас соперника поинтереснее найти. То, что я не с ос-бота сижу, вообще никакой роли не играет. Мне главное, чтобы на бот заходили. О, кто-то... Какая-то убиваха зашла.
получилось игру отменить. Подписчик тоже с канала. Просто боксер какой-то. 8-10. Ну, пойдет. Это точно будет лучше, чем то, что было. Ну это имба. Блять, это ж такая имба. Ну-ка дай-ка я по заудоманию потестирую заодно. Тут я так ставлю, потому что у меня особая позиция для яйца. Я ее не менял уже много лет. Ставишь к стене, третий с половиной слот сюда. А если мы отвод куда-то сюда, да, запихаем, то агр меняется. То есть, ну, вернее, яйцо сюда уже не воткнешь, типа его надо назад там прятать. Могут быть переотводы и так далее. Поэтому я лучше так и сделаю. Четыре ноль. Нормас. Так немного ли я стакнул? Хотя так-то надо прилично с отводом стакать. Чтоб турелька не вышла, самое главное. А сейчас выходит, я на 2 тупо еще турель ставлю, и все, да? Ну, отвод могу еще из лягухи подусилить. Мне надо урсу отвести. Не, наверное, это многовато. То есть, на втором левеле большой риск пропуска будет. Да, надежнее было через 3-0. Ну ладно. Развлекаемся, поэтому не важно. Так, что там по ХП? Ну, не очень много, на самом деле. Тут тройной даже надо. ДПС, видите, была бы третья турель, понятно, по стандарту все. А поскольку их две, нам надо отвод посильнее. О, не пришло ничего. Ну, может, это орк еще будет. Ну, сейчас я буду строиться по-любому. Неважно. Если орк... У нас тут уже не 5 турелек, как обычно. Поэтому буду... Не буду, вернее, орк стакать. Будем надеяться, что он уйдет вот-вот. И там протупит. Девять штук, отлично. Можно еще бахнуть яйцо вот-вот сейчас. Или нет? Просто смотря, что придет. Что-то, наверное, блядь, не знаю.
М на 3 тоже докину сейчас. От Урсы, опять же, второй левел пропуск такой. И 70-80. Непонятно, станет ли он достраивать. Мне кажется, и на 3 должно заходить ему. А, ну мне не хватает, да. Нормально. Можно попробовать еще лягуху как-то вот поставить. И все-таки, если это орк прибежит, чтобы он прям сагрился жестко. Можно как-то так вот, может быть. Alright. Романди, спасибо за подписку. Орг, да, там еще Башер. Но он за это, заинкамился там. Да блять. Ну ладно. Стой, нормас. Ну, орг бьет яйцо. Яйцо горит, неплохо. Да, нормально. Потянет. Пойдет. Это не 20 штук, херня. Ну, ламберчик. Обменялись любезностями. Но он с меня, по сути, больше похавал. Потому что за третий больше дается голды. Но не существенно. А, он еще и пропустил. Так, что нам с ним дальше делать? Вообще, я полагаю, четверка также изи-дефается у нас. Поэтому заказываем 7-1. На пятерке делаем 7-2. Добавляем пятую турель. И радуемся жизни. Хотя... По идее, это неплохо выйти в лорда. Но это надо копить тогда. Сотку оставлять. Самая безопасная волна в нашем случае это пятая. То есть там оставить сотку, чтобы к шестой поставить лорда. Если он вдруг выдумает туда бросить, просто это самая уязвимая волна у нас. Тогда у нас выбор остаться 7-1, либо дефать точно так же 5-й левел. А, ёпт. Это неприятно. Я тогда 6-2 закажу. А там похуй, может и без лорда. Вообще можно через яйца полудоманить, просто как мясо их поставить. На этом пике можно, в принципе, выдумать какую-то баню на 8. О, волна. Блять, только регу надо. Ладно. В общем, вот это я продам. Поставлю яйцо. 6, конечно, не особо много пользы. Так, вот это я продам, потому что много.
Ну и попытаемся, короче, так же дефнуть, даже если он бросит. У нас есть варик стакнуть, если не орк. Ну, тут ничего нет. Значит, стакаем побольше в мид. Надеюсь, ничего у нас тут нормально. Надеюсь, не убежит. Давайте, летите уже. Яйцо, конечно, ушло из-под фокуса. Но в целом нормально. Должны справиться. Сейчас ставим лорда. Ну, на 7 просто турельками укрепляемся. Здесь даже можно продать вот это. Или хотя ферма все равно нужна будет. Давайте сразу. Лорда, лорда, как поставить лучше? Да, наверное, так. Почему лайн был? Потому что игроков на боте мало, и я устал ждать. И пошел играть с чуваком, у которого стата 0.3. И я подумал, что он будет в... Ну, что он в принципе в лайне строит. И чтобы было интереснее, я решил тоже пойти в лайн. Вот. А он, оказывается, в миде строил. Но его это не спасло. Так, что я там, баню на 8 же, да, придумал? Ну, у нас как 7, так и 8 нормально, я думаю, с яйцами. Давайте, наверное, и 7 ебанем. Просто инка больше получим, и мы можем и 8 докинуть, почему нет? Я буду досылать потихоньку. Так, здесь, значит, у нас одно яйцо, бла-бла-бла. Тут я выберу аптурели и еще одну. Тупо в ноль. Давайте еще урсика дадим. Вот интересно, у красного, по-моему, они в угол идут, а здесь как-то больше в центр. Ладно. Орк, хермит, башер, что? Орк стак, попытаемся забрать. Хермита бы еще. А, все изи, короче. Ломбимся. А, нет, кстати, не изи. Даже пропуск это. Блин, за что 4 копейки не хватило? Но отменять я уж не буду. Ох. Ну там залитые аптинга вообще не надо. Так сойдет. Ну там не горелка. Стан, походу, или что. Ну, в общем-то, ГГ. Два Михалыча тут его поломают. 7-1. 1055 валы. Нормально, но, скорее всего, опять же, ламп поздно сделал.
Хотя нет, почему поздно? Мне пришел орк, башар и то ли мент, то ли арча, блядь, на 3. По-моему, мент. А это так-то много. Ну ладно. Наконец-то стрим, да. Привет, Евгений. Чё-то, да, соскучился. Укус бомжа. Охуенный ник у парня. Надо с ним сыграть, хоть он и нулевой по статье. Укус бомжа. Вот это да. Опасно должно быть. Чем да, я тут пока работал, то все. Времени совсем мало было, вот там что-то видосики записывал вечерами иногда. Блять, какой охуительный пик в скобочках нет. Опять эти тайды галимые. Давайте поэкспериментируем. Пойдем в четвертый ряд. Вот, а на сегодня у меня так вот выпало, что планов не было на выходной, и я решил, можно поиграть. Но не сверх нормы, а как обычно там, может. Ну, максимум часа 4, не больше. Что вот нам делать на этом пике? Страдать, апочки нога? Или что мы должны делать на этом? Яблоки нога апнул. Ну, я просто думаю, что укус бомжа с нулевой статой это 100% со стрима кто-то, блядь, решил зарофлить. И если я расслаблюсь, меня на изи накажут. У нас тем более пик какой парашный, смотрите. Там быстро деф. Давайте, наверное, да, действительно вапкинга. Поддержим в напряжении и хоть какой-то инком получим. Вот, блядь, а что достраивать? Что? Хотя можно туска, допустим, апнутого, да? Типа это пирс, там, бла-бла-бла, на боссах прикольно, по идее. Ну, в принципе, да. А, погоди, он апта 70, по-моему. А, ну заебись, как раз еще яйцо вот тут. Все, охуенно. На третий левел нам пох. Так, дай-ка ему еще вот так вот, ну, типа, мента докину. О, 3-0 там точно есть, понятно. Alright. Спасибо за подписку. Дальше путь в ламбер у нас. Молодец, тускар. Арчу убрал. Так, 3, 2, 2.
Ну, что-то очень быстрое там. Может, сплэш, может, нет. Мне непонятно. Вообще, на тайдах с яйцом здесь можно сыграть мега охуительно через такой вариант пойти. То есть вот три также справимся, четверку тоже. Даже если будет засыл, я думаю, яйцо нас здесь сильно сейвит. На пятерку можно понаглее сыграть, в принципе, поставить зомбаря, а не тайда. То есть направим голду в экономику, в ламбер. Вот. Другой вариант сыграть более надежно и играть соло тайдами без зомбаря. Но зомбика одного я бы все равно поставил, наверное. Бля. Ну, зайди, вернись, блядь, красава. Ну, это лик будет. Тут руин небольшой. Или большой, хуй знает. Немножко, может, пропущу. Ну ладно, нормально. Стакать надо было больше. Вот можно подождать 4-2. Да, я, наверное, 4-2 подожду. И зомбаря на пятерку с яйцом в отводе нормально будет. Ну, реген он должен сейчас чекнуть. То есть, вот, видно, что реген апнут. Ну, слушайте, вообще может хватить еще на виспа. Ну, висп плюс зомби. Но сомнительно. Да, всем привет, кто только подключился. На 4 без досыла. Я думаю, ну, поскольку я полагаю, что это кто-то из своих, да, с фейка. Если я не бросил, то это 100% апкинга в понимании игрока. То есть дальше мув от того, все-таки, что у него за пик и какой скилл ему даст. От этого будет зависеть, что у нас будет делать укус бомжа. Ну, о, красава. О, горелка. Охуенно. Ну все, тогда можно лудить на... В принципе, на 7. А можно пытаться выйти в мидгейм. То есть наштопать тайдов, заролить. И молиться на пик, типа. Я бы шестерку бы так-то дал, но мне не очень понятно, что там. Просто я любитель кидать 6. И это может быть читаемо.
Ну, веспа делаю. Вообще, я, по-моему, 7-2 могу. Ну, то есть, я же здесь... Хотя, лучше, наверное, 2 яйца вот-вот бахнуть. Но, с другой стороны, у нас горелка. Нам пох. Не, давайте на 6, да. Давайте дадим Виву. Для начала. Виву. Хермита. Ну, и Урсу надо накопить. Блять, а если он 6 бросит тоже? Ну ладно, горелка есть. Не, уж сам мне не накопится к 100. Блять, надо было просто аур давать. Пачку аур и все. Опять придумал хуйню какую-то. Ну ладно, 7-2, так 7-2. Бросит? Ладно, горелка есть. Урса или Кадои? Урса или Кадои? Кадои. Хотя, походу, Урса проходила. Если пропуск, ну, ставим еще тайдар, наверное, еще яйцо, вот-вот, на этом все. Ну, там чубрик дефает хорошо, пока что. Так что, думаю, я ошибся с засылом. Да. Либо прочитано, что не 10 минут. Все. Ну что ж. А, он кинга вкачал. Нихуя себе. Давайте засылать. Так, Урса Хермит. Мелочь. Что на полкинга? Что ты морфы что ли? Блять, здесь можно так разыграть. Еще можно на 8 выйти в тайда. Вот это крепко будет. Ставлю так, чтобы зомб между ними там терся. Чтобы жил подольше. Ну, у него армор другой тип. А он дает... Тоже минус арморчик в ОЕ, поэтому... А, кстати, рейндж-то сотка... А, ну он все равно вперед выйдет. Ну, будем надеяться, короче, что нормально все с ним будет. Не буду ставить еще яйцо. Мелочь подкинул. Горелку я показал. Слать он не должен. Типа он на 8 будет слать. А мы сейчас как раз выйдем в 3 тайдецкого. 3 тайдецкого, зомборецкого. И с яйцом вроде тоже нормально должен справиться. Ну и апчкинга будем, соответственно. На этом агрессия с нашей стороны заканчивается. Попытались 6, попытались 7. Нет, ну ладно, все тогда. А, 12. Ну это мало. Это время для него, чтобы заслать. Кинг есть. Там у него... А, ну, блядь, хотя две хпшки он еще дал. Так вот 7-3-то и хочется сделать. Хватит ли мне на тайда? Мне кажется, нет. Надо перезаказывать, наверное. Давайте еще атаку. Бомбер.
мне все равно придется тогда яйцо продать, потому что фермы не хватает. Ну, да, типа да. Ну, а можно не жадничать, типа два яйца, бла-бла-бла. Ну, а на пол кинга, так что похуй. И так сойдет, как говорится. Здесь надо в 5 атаки выходить. Но я жду все равно от него приличного засила мелочи. Времени потянул он неплохо. Хоть у него тут 5 апов в короле. Один реген, 2 хп, 2 атаки. Мелочью пробьет он меня. Ну вот видите, даже ауры есть. Пропуск будет. 5 атаки, дальше хп. Блять, за что вы его так фокусите, а? Ну, минус хил. Нам дальше просто либо даст, либо не даст по пику, вот и все, поэтому что-то там по хилу страдать смысла не вижу. Сейчас ничего нет против 17, поэтому даст — хорошо, играть можно. Не даст — значит, будем умирать, скорее всего. Ламбер заказал. В принципе, можно было с одним хп сидеть и еще раньше ламбер заказать. Такая же херня была бы. Так, на десятке. Ну, понятно, тайда. Ни одного из тайдов мы не апаем. Мы просто ставим четвертого. И отводы там всякие. А, ферма. Ну ладно. На девятку он не бросит. Ну, не должен. По логике. Ну, кстати, стоят еще. То, что четвертый ряд. Да я же тестирую. Надо отводы немножко по-другому бахнуть. Давайте десяточка чуть-чуть. Стандартно. Тик. Кинг восстановится, в принципе, нормально. Давайте еще подкинем. Нам главное сейчас боссов выстроить по конвейеру, чтобы по одному убивали. Но если он бросит, такого, конечно же, не будет. Блядь, еще и пропуск. Понял. Что-то так капать сразу хотелось кинга. Блядь, ладно, давай 7 сделаю. В целом нам все равно потребуется король сильнее. Он должен быть, чем у соперника, чтобы у нас
было какое-то пространство для действий. Потому что в противном случае выйдет так, что у нас и короля не будет, и мы его, допустим, нигде не пробили, заслав, да, на 10. Короля не вкачали, например. Но здесь заслали, ничего не добились, например. А там дальше смотришь, у него хотя бы король вкачан. А у тебя вообще голяк полный, и ты без хила еще. Как бы, что тут делать? Так, ну голову так хотя бы минимально сделаем. Вот. Валы немного. Короче, да, я не буду там на все тут досылать. Сделаем запас на апкинга. Нормально вышли. Он не шлет. Вижу, хпшку качает. Ну, типичная стратка. Выбил хил, сейчас хпшку закачает, будет копить. Окей. Эй! Блять, зря стакнул только. А, не убью. Немного отводов, конечно, не хватает. То есть, тут бы, сюда бот бы и яйцо, да, чтоб еще один босс пошел бы его бить. Может, тогда получше. Но так они вдвоем нас били. Фокуснули быстро. На арену кину Урсу. Этого должно хватить имхо, чтобы выиграть. У нас массовка просто баская. Три на шесть, ну понятно. Он еще в горелку, я думаю, в какой-нибудь 13-й будет ебашить. Можно 7-8, да, бахнуть. Но надо ли? Мне вот вообще нравится, знаете, как разыграть. 7-5 остаться. Поставить сейчас тайда. Еще одного. Вот так. Сейчас мы выигрываем арену и делаем ламбер 7-6. Ну, он выбрал просто ламбер делать. Окей. Турельки. Турельки, собаки за медлом. Понял. Ну, должно быть наше, чё. Ну, плюс этот мув нам еще дает уверенности. То есть мы крепко сидим. Вал выше, чем у соперника. Он голду влил в экономику. Ну, ему позволительно, так как хил есть. Отводы надо посмотреть у него. Гнолы. То есть он не ролил, да? Там еще Т6 может быть, типа танки аля, да? Ну ладно, сейчас рольну. Хули у меня делать. Укус бомжа, потный бомж, еще видел бомжей. Какой-то бомжебот. Точно. Привет, сыграешь со мной следующую? Да можно, чё?
пересмотрел стрим, не проходила Урса, все гуд. Не очень понял, о чем это, ну ладно. Так, вот сейчас, блять, по идее, тупо тайда и ролл. А, ну да, 7-7, да. Или даже сразу ролл. По логике даже сразу ролл. Ну да, выходит сразу. Давайте яйцо бахнем. Not bad, надо сказать. Ну, за мидло, как бы, это круто, во-первых. И плюс еще нам дали хусков. Это хоть что-то персовое, можно 13-й. Намного лучше подыхать. Просто я думаю, он в горелку захочет, вот 13, а нет, вообще 12 пошел, понял. А почему он так сделал, интересно. Лиг будет, но, блин, так-то у меня нормально должно быть в 5 тайдов-то. Он кинул варлок, телега, там урса есть. Не, много. Надо качать. Иначе габелла. Досыл на 13 еще ес с его стороны. Ой, а не, нормально. Так, давай сразу 4 регена и все. Ну, вот дальше, что у него, какой выбор. То есть 16-й он не боится. Вообще вот так картина выглядит. У него пик, как будто бы там танки какие-то. Не, я переапал. А, две телеги-то. На, в него куда слать, вот за медло. Можно пить. А, в 15 у меня мало будет. Можно 14 попробовать. Но... просто ломбить ему неохота давать. 13 он сейчас зашлет. Надо будет достроить. Так, я что-то, блядь, проебался. Вот это мне не надо, допустим. Тяпаю. И на троллей мне не хватает. Понял. В общем, я хуска просто хочу дать одного хотя бы. Типа мишка в куче милишников эффект даст свой замедляющий. Ну-ка, пятерочку давай, регена. Захочет ли он 16 полить в меня? Только если, наверное, деф не найдет. Ну вообще, слушайте, можно 15-й попробовать, реально. Ну я думаю, он сейчас кинога просто апает и все. Ломбить мы не можем. Вот так-то деф неплохой у нас. Против 18, та же массовка с замедлом, можно драконов сделать, парочку там можно сделать. Против 19, 16,
там какие-то три хуска, допустим, апнешь еще гидру какую-то, и все, нормально. Против 17-й, опять же, массовка и магнусов я еще поставлю. Я думаю, что три магнуса сделаю в сумме под тайдов. Против 16-й грейдану одного тайда. Так. Ну давай вот. Бахнем сейчас за медло. Ну, давай сейчас, наверное, гидру. Да. То есть он кинул 12, поднял инк. Кинга он не особо апал так-то. И копит. Ну, очевидно, 16. Либо разменка 17, тогда у него деф должен быть. Короче, да. Я думаю, 15-ю надо слать. Должно заходить у него. Ну, либо все хуйня, и у него имба там, например, в роли. И все в пустоту будет. Варлок. Варлок, демон, кряк. Может быть, на ауру хватит. 14-й. Помедленнее. Ну, кстати, я сейчас гидру апну вторую. Просто 15 выиграю. Ну, вот туда и хочу. Не факт, что получится выиграть. Вот я к чему. Яйцо не буду трогать. Давайте вот это. И здесь. Я архуска сделаю. Или можно яйцо продать и зомбаря апнуть. Хотя против 16-й то лучше все равно так. Да, нормально. Давайте, наверное, кадой, да. То Урсу еще докинул. Эх, на 7-10 не хватило. В общем, так это у него дубы, походу. Понятно. Ну, на дубах он, чё, куда ему слать на дубах? А он еще и не на все апает. Кек. Так это минус хил тогда будет. Алло. Алло. Оле. Ну он, короче, я понял, он хил сейчас вот хуяк отдает, чтобы весь левс не проебать в апкинга, хотя он уже по сути это сделал. Куча апов хил проебал. То есть сейчас он все, что сможет накопить, это минималка на 18 на какой-то. 19 слать не должен в гидыш, если мозги на месте. 17, ну 17 может быть у него там что-то есть, скопится 2100, например. Ну да, стандарт 17-18. А поскольку у него дубы, конечно, еще у него есть варик.
Хотя нет, варика нет, он не может себе делать ламп на дубах. Потому что я в 20-ку уже пойду. Да. Так, здесь как нам поступить? То есть я хочу все равно еще поставить себе еще Магнуса. Тайдов я трогать не буду. А, давайте, да, вот зомбик и еще мишку. Вот как-то так вот. Не успел. Хотя, блядь, я бы не сказал, что 20-ка у меня охеренная. Она неплохая, но под большим засылом я не справлюсь. Интересный ситуэйшн. Так, а я дефну так? Блядь, пропускать-то не хотелось бы. Нормально. Так, стоит ли уже против 18-й деф ставить? Я бы поставил. Там будет 200. То есть, типа, если мы сейчас апаем, 220. Ну, тут как бы нехуй ставить, если только хуска, например, да? Либо можно 3 просто. 3 ящерицы сейчас ляпнуть вот так. И это неплохо тоже будет. Так вот. Нормально. Ну я тогда, наверное, сейчас 2 тролля еще ставлю и ролюсь. Мне бы ауру какую-нибудь на ДПС. Разбавить надо нашу жижу из гидры ящерок. Ой, блядь, я 17-й дефаю быстрее, чем он. Найс, хуя. Можно типа апнуть. Ну ладно. Давай. Ставим. Ролл. Марта присты. Ну, походу, дракончика надо делать одного. Или можно забить и апать гидру, например. Не, не забью. И хуска. Все. Похуй, кидает, кидает. Ладно, срать. Не кидает, тоже похуй. Против 20-ки пристов потыкаем. Мартредок. Может, пару штук. Ну да, 18. До ап. Я не верю в то, что у меня тут прямо идеалити деф будет. По-моему, не стакнул. Блять, куда ты пошел, Даун? Во. А, ну ГГ. Без хила не дефнуть. Нет, ГГшка. Так, что у нас там еще могло быть? Друид, Айстроль, Шейкер, Ауткастик.
Ну, типа, друиды неплохие, айстроль тоже неплох был бы. Ну, а так не особо. 7-11. Как я и сказал, укус бомжа был сильным. Ну, это фейк стопроцентно. Яйцо продай. Нет, жалко. Маленькие пики очень. Чё там кто хотел сыграть? Кто просил в чате? А, розовое вино. Давай, гоу. А, у меня нет больше прока. Ёбнуться. Да, кстати, у меня прок кончился. Чувака. Хотя вино-то тоже ливнул. Ну, чувак уступил, но вина нету. Блять. Хуёво без проака. Вот что я скажу. Ну-ка, пойду-ка зайду в другую игру. Может, он там сидит. А, вообще одна? Нет, две игры. А я не могу в нее зайти. Что-то не получается у меня. Ну да, хуй. Вот пипец. Все слоты апсов заняты. Ну сейчас-то меня пустят, надеюсь. Блять, третья игра. Короче, я зашел в игру, она третья лобби уже. Тут сидит чел просто Коста. Короче, буду перезаходить, пока меня не кинет к вину. Где, блядь?
Ладно. Так, чек. Да ладно, наверное, нахер по стандарту бахну. Ну потом все равно в нагу пойдем когда-нибудь. Ради ауры старт руинить что-то не хочется. Ну я в плане того, что вместо одного Акалита у нас останется доктор, будет не хватать ДПСа, что критично, вот. Короче, мента кину, потому что я так делал в предыдущей игре. Надеюсь, чувак на это поведется, а мы бросим на 3. Ну, он же стрим смотрел. Тут мы будем катать, короче, 4 ревенанта и там собака. Он еще и на 3 будет слать. Может, теперь он будет кинга качать. Ну, там по 2. Причем урса с этим, с лучкой ушли. Так, ставим еще разорчика. Так, если виспа, ну, я бы на самом деле отвод усилил. Растяг такой сделаем. Но если, например, орк придет, то вообще хочется еще, допустим, Акалита на танковочку дать дополнительно. Попытаться его забрать можно. В общем-то, да. Давайте. Нет, урса хермит. Ну, окей, ничего страшного. Ой, как встали классно. Уже все забрал. Нехороший человек. Ну, ломбимся пока. На пятерочку дам вот собаку. Да, наверное, дальше тоже собак. Че, в Москву, что ли, выходить собрался? Нет. Ну, может, к девятке? Может быть. И то не факт.
6-1 получается. Сделаем. Два один должен быть. А, да, да. Там первые два слабых были. Точно. Сейчас поменяю. Что я на этом пике вообще хочу делать дальше? Горелку дало. Пам-пам-пам. На 6 мы хотим ламп. С другой стороны, у товарища там какие-то намеки, как будто бы акаши какие-то, да, могут быть. И он, допустим, в семерочку в меня копит. Или вообще задумал гениальный план через Апкинга. Веспа закажу. Эй, ну блять, что началось-то? Ну я хз, подебаню просто на 8, на похуй, и все. Типа гарь. Хилимся, живем. Сейчас мы калит, допустим, грейдим на семерке. На семерке ферма и еще собака. Дали конем, но зато 8 кинем. Хотя он вроде семерку неплохо, ой, пятерку неплохо дефал. Может просто с Иова сидит. Блять, чё я сижу-то, ничего не делаю? А, я уже сделал, всё. О-о-о! Короче, я думаю, это Акаши. Это Акаши. И он таким образом пытается и напрячь меня, выиграть для себя, и время, деньги, все в сумме. И дальше кинга будет ап. Хотя... Очень непонятно, кто он дефает. Ультра крепко прямо дефает. 14? Нормально. Мне может не хватить кста на собаку. Можно растяг тогда продать. Апну, наверное, регу разок сразу. А, нет, хватает. С фермой. Нормально. А,
Вообще, я думаю, он докинет. Пошел, скорее всего. Либо на 8 кинет. Ну, я с урсами кидаю. Ну и на восьмерку тоже там собачку придется делать. Нормально. Не, так аж походу сейчас какой-то достройка интересный, что он так шестерку разорвал. Будет забавно, если так Акаши, но с волной, и он сейчас 8 бросит минималку какую-нибудь. Так, другие опции. Ну, ап собаки. Сколько он там? Секунда. Не, ну, так-то неплохо, в принципе. Давай мы сделаем сейчас тут удалим и от кинга сделаем. Ну если он кидает и я ошибся, то мы умираем. Походу не ошибся. И там ни волна, ни хера. Блять, селедка, чё ты ползаешь? Махай своей лопатой. Ну танчит хорошо, кстати. Он там хорошо дефает. Все-таки я походу ошибся. А, 80-90, да передефер просто, понял. Ну, да, шапкинга. Тут без вариков. Блять, да за что? Я думал, останется там на пару хпшек, чтобы Калид заваншотил хоть одного своего брата. Но нет. Тем 4 остаться походу надо и марту поставить, похоже на то. Но вообще тут выйдет марта и нага, что-то такое, или нет? Ну вроде да. Дай-ка я регу вкачаю. Что-то мне это не нравится. Он 9 не должен кидать. Но десяточку вполне.
Поди, нам тоже кинуть тогда на 10. Давай. Я все равно не вижу у нас в перспективе нихуя. Надо сейчас что-то делать. Пытаться хотя бы. Девятка тоже у него крепкая. Может, все проще, и там, знаете, Акаши там с фантами, например, с одним фантой. Что-нибудь. Может быть такое. А чё Реги-то нету? А вот, блядь, не хватает мне. Может, мне тогда забить? Не, блядь, нага сильная херня. Может, мне нагу акнутую просто воткнуть? Отвод сюда и... Не, нага-то это да, это найс. Можно еще, знаете, как сделать? Можно какой-нибудь сентрю вот так. Ну все, теперь я непобедим. А что, Гулю-то я не бросал, что ли? Походу нет. Ну, типа того же засыл. Я полагаю, не на все. Ну все, он реку вкачал. Сюда идем. Сюда. Ебать, это что за рейндж был? Что за рейндж молнии, алло? Не, ну это я вроде дефнул. Чё регу качал? Ну хотя, может, против 12-й какой-нибудь. В общем, да, я думаю, он просто перед эфи был. И поэтому такой вот у него инком. Ла-ла-ла. Ну, я 7-6 сделаю. Тут уже надо. Слишком все уныло. Че он там доставил? За 80 что-то? А, он, типа, погоди. А, тролля доставил. Угу. Это химари были. Ну хотя, если он в передефе был на химиках с айстролями, то он 7 тоже бы нормально дефнул. Так, а билка у него не волна. 7-6 тоже. Еще есть варик, что он копит на 12, например. Ту-ту-ту. Ставим морту. Ролимся. Опций нет. Хотя... Все 12 он должен слать. Что-то похавает, допустим, с меня. У меня тут развал, на самом деле. Еще горелка. Да. Я сразу апаюсь. Я в целом плохо стою там дальше, везде. Так что апы нужны.
Ну, понятно, в общем. Блять, я уже атаку-то вкачал, да? А, нет, все. Может тогда не кра? А, нет, давай тогда тайда. И не кра. Что-нибудь. Ну вот сюда, да. Нормально. Опять же, против 17-го ни хера. Против 18-го ни хера. Ну понятно, понятно здесь. Что, может встало в 17 пойти? И забить болт, что у меня пика нет. Просто в лейте это крепкая дичь. Некр, гидры, лины, гарпии еще есть. Впадлу в лейт играть. Ну, этого должно хватить. Атака. Или не хватит. Он еще 13-й может. Может, в целом. Везде может, везде заходит. Calculated, блять, просто на все Apple, блять, calculated, охуенно. Блять, надо ферму. Я ламбер хочу, а мне ферму надо. Что? Что за хрень? Короче, ставим агр, ламбер, 200 остается, ну здесь очевидно некр, дальше тайды, вернее давайте мы будем именно делать гидр и едем тогда в 17-й. Просто куда он не кинет, везде пиздец. С нашей стороны можем сами попробовать, например, 16. Тоже, типа, вроде нормальный варик. Вот тогда надо еще ломбить. Ну, это больше будет затягивать игру. 13 он прямо разорвал. Опять быстро. Может 7-7 посидеть реально в 17 просто пойти. Он же стратегически без кинга не может пойти. Вернее, не должен так делать. Обычно я таким занимаюсь. Но хилом не забрал, а по кинга спалил. Но видит, что пик нет, его может это как бы побудить заслать без кинга. Ну мы останемся, да, 7-7, пойдем тогда. Все понял. Ладно.
Тогда ломблюсь сейчас. Вопросов не имею. Но я один ламбер всего сделал, блядь. Если я тут хил проебу, это будет нечестно. Ну дайте на ламп-то еще. О. Бля, много. Не знаю. Да вроде должны без хила. Залитые же. Вопрос, почему он туда кинул? То есть у него против 17-го нет ничего. И, например, у него лейт. И он решает так затягивать. Покрутился лишний раз. Ну, короче, да, пох. Все-таки надо было пару апов еще сделать. Может, даже не пару. А вот сейчас он может придумать заслать, но он не успеет, скорее всего. Только 18, если. И по его пику-то как раз и... Вернее, имею в виду то, что он с химиками-то неплохо там стоит. И ему туда и захочется заслать. Тогда он должен по факту катать. Кинга не апать. Копить, если я не кидаю 17, то засылать должен. Но я остаюсь 7-9. Как можно марту строить в ЛТД? Минус 760 вала. Почему 760? 650 валы. 300 плюс 350. Строй дальше морты, удаляй варик. Вообще-то морты нормальные, юнит. Хз, что ты их не любишь. Одна морта ничего не сделает, это понятно. Но если ты их сделал, штучки 4-5, и у тебя там в дополнение есть какая-то аура, то имхо очень даже хорошие танки, они стенка нормальная из них получается. Блять, ну она... А, не, погоди, он не апает. Ну, вообще должен. Ладно. Выбора нет, нам надо 17 слать. Правда, я инст кинул, надо было деф посмотреть. Мне кажется, он кинет почему-то. Просто гидру добавить, если это размен, то это выгоднее всего. Хотя нет, давайте не будем ничего вперед двигать, просто в ряд бомбанем.
Хорошо. Сейчас еще что-нибудь типа Урсика подкину. Ну и на Кенга. Понимаю. Короче, ламбер делать нельзя. Походу. Сейчас он хил отдает. И думаю, бросит еще сам. Какой-нибудь 19-й. Хотя ладно, закажем, если что отменим. Нет, фул. Ну, это вроде без хила. Не, хил. Ну тогда заебок. Короче, я, наверное, на 20 плюс ему покоплю. Кинга трогать не будем. У нас дев 20-ки нормальный. В целом. Чё, минус армор есть, магии много. Танковка тоже имеется. Сделаем какие-то 7-12. И останемся так сидеть. У нас проблемная, правда, 22-я. То есть там надо бы в теории вал иметь. Да, у нас одна магия, по сути. Мы на 22-й мы отлетаем. Так-то. То есть, сильно-то наглеть нельзя. Ну, 7-12, ладно. Вообще надо ролить, получается. Еще гидру. Даже тайда. Тайда, друида и ролл. Нам срочно нужен деф 22-й. Че, может он... Может он придумает кинуть 20-ку, например. Интересно. Морт хороший юнит. Один на один уж точно. Ну, вообще согласен. Просто... Морты хороши, когда их много. Вот и все. Вся суть. Или бахнуть тайда плюс два друида еще. А, ну у меня все равно ролл за сотку. Не. Дорого. Одну гарпию я буду ставить, и друида еще одного тоже буду ставить. Этого не изменить, поэтому сразу ставлю.
А может, у него самого на 22 там заходит? Я посмотрю. Да нет, таленько выглядит в целом. Он и 19-й, блядь, быстрее меня убивает. Чем он там катает? Или не ролить, хуй пойми. Да, 22-я просто ультрапарашная волна для нас. Тупо минималку туда, если кинет, нам придется апаться. О, спасибо. Красава. За что ты не крат так? Бля, как мелочь-то мне тут заруинило. Ахахаха. То есть вы хотите сказать, что я с таким пиком сейчас проебу, да? Охуенно. Охуенно. Ну, похоже на проеб. Геге. Он сделал 7.14. 5.500 value. У нас 5.400. Вот так вот. Ну, вообще, я удивлен. Прямо куча гулей нас законтрила просто. Хуй знает. Я вроде не супер жадно сидел.
ГГ. Пики имбовые. Ну, химики, астроли, чё, вроде не имбово. Или дальше что-то крепкое. Тогда ладно. Да нет, так-то играбельно, просто... Просто надёжнее надо. А мне впадло. Хотя ладно, давайте он сейчас последнюю сыграю и всё. Ну-ка, что там у совы-то теперь. Демоны, танки, тини, верт, тролль на скорость, понял. Насыпало крепко тебе. Посмотрим, что нам, на что нам хватит на третий левел. Я планирую вообще зомбика поставить и рольнуть. Может быть, стоит ляпнуть два вотчера и рольнуть. Типа, если что, мы их хапнем потом. И они ренжовые хотя бы. Какой Дина? Я даже ламбер закажу. Сейчас Дина-то меня подразъебет. А нет. 5 хп. Так, ладно, третий левел, нужна достройка. Чё ты? Ну, давай сову бахнем. Ролл. Варлок Райдер.
собака есть, нага. Ничего толкового. Ну, я, наверное, сову оставлю. Она тут вроде неплохо выглядит. Один уже, что-то я разогнался. На 4 хочу собаку ставить. Ну, блядь. Ну, давайте реализовывать ламбер. Что тогда делать еще? А вот что сейчас лучше, блядь? А опции-то нет. У меня лишняя голда останется. Две собаки, конечно. Других можно. Два райдера. Можно вотчера, допустим, грейдануть. Не, хуйня. Хотя под этих-то хорошо смотрится. И рейндж. Ладно, давай вотчера. Залудоманим. С охуенным запасом деф. Девять штук. Ну, на собаку мне хватит. Шикарно. Какой-то сплэшик там, походу, есть. А, не, паранойя опять началась, что фантомы. Так. Собачка. Ну, опять же, семерку дефать нечем. Восьмерка, наверное, даже получше, чем семерка. Апкинга с волной. Можно апнуть под 7. Ту-ту-ту, 8 хил не отдать, главное. И кинуть 8. С волной позволительно так сделать будет. Так что ставить? Сейчас на 6. Нагу, что ли? Да, нага выйдет.
Ну и на 7 плюс собак, там отвод, бла-бла-бла. Пока не буду апать. Все, инком я проебал. Может быть, она кинет на 6. Можно вообще по факту, блять, можно вообще без апа кинга. По жести. Ладно, у меня там ферма еще. Так-то я бы вот-вот хотел еще бы подсунуть там пару вот этих пизантов. Поэтому мне кажется, пару апов-то надо сделать. Шестерка там ломается быстро, хотя вот я догнал. Хуй знает. Короче, вот так сделаю. Может, она передумает слать. Блядь, все равно хватило только на одного пиздюка вот-вот. Чтобы добавить. Да, обида. Орк хермит это все? Эх. Пизда. Мы попали. Ну, все, ГГ, значит. Ну, в общем, да, я думаю, там что-то случилось, и ее дропнуло. Ну, и так как это последняя игра, тогда будем прощаться. Завтра, не знаю, подрубать на, по настроению посмотрим. Захочу, если покатать. Может, еще подрублю. А так... Буду только видосики, наверное, записывать. На, имеется в виду, в будние дни. Все тогда. Всем спасибо, кто был на стриме. Давно не виделись. Спасибо за поддержку Илидорну. По-моему, так у него ник читается. Да.
Все, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.